Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня великолепная новость для любителей халявы, которую просто надо забрать. Просто в течение 7 дней заходить в игру, делать некое количество побед и заберете себе абсолютно бесплатно, ничего не доплачивая, ВК-4503. Причем, ребята, разработчики дали возможность доплачивать голдой, но это для тех, кто прям совсем не успеет, потому что по большому счету пройти данный ивент сможет даже ленивый игрок. Что необходимо делать и что вы за это будете получать? Ну, помимо всей линейки призов, вы заберете себе ВК-4503, об этом я уже сказал. Что необходимо зарабатывать? Необходимо зарабатывать вот эти вот брецели, я их буду кренделями называть, мне так проще. Так вот, для того, чтобы ВК забрать, вам надо всего лишь 190 этих кренделей. Я зашел в описание, здесь действительно сложновато все описано, но я попытаюсь объяснить максимально просто. Каждый день вам будут начисляться новые 6 шляп, и если вы их не использовали, то они сгорают. За 7 дней вы получите определенное количество этих шляп. Каждый день, используя 6 этих шляп, они будут списываться за победные бои. Вы, ребят, будете получать просто за каждую победу 2 этих кренделя и еще 2 за победу со шляпой. Того получается, в день вы будете получать 12 кренделей за игру просто с шляпкой вот этой вот. И еще, ребят, вы будете получать себе 12 просто за победы. Это если вы сделаете в день 6 таких боев. Если вы сделаете 6 боев минимум и, соответственно, отыграете все необходимое количество дней, то вы получите только на вот этих шляпах целых 168 кренделей. А вам необходимо 190. Это значит, что оставшиеся 22 кренделя вы доберете, просто отыграв дополнительных 2 победных боя каждый день. Таким образом, для того, чтобы забрать себе абсолютно бесплатно ВК-4503, вам необходимо просто в течение 7 дней каждый день делать по 8 побед. Сделали каждый день по 8 побед, забрали полностью всю вот эту линейку, в том числе и премиумную машину 7 уровня. Мне кажется, что несмотря на то, что это не восьмерка, халява в данном случае пахнуть точно не должна. Она сладкая до безобразия. Плюс к тому, ребят, когда вы заберете себе ВК-4503, вы получите возможность пройти мини-квесты, которые будут дополняться. Первым квестом для вас будет просто победить один раз на ВК-4503 и получить себе, между прочим, ни много ни мало, а целых 5 бустеров на голду. А даже если все 5 раз вы сольетесь, то это все равно вам принесет 50 голды, если будете играть на девятках, десятках, и вы получаете себе приказ. В данном приказе, ребят, вы видите следующее: уничтожить 25 единиц техники противника, и на это вам будет даваться 2 дня. Вы за это получаете себе вот такой вот внешний вид, который сможете одеть на ВКшечку, смотрится довольно прикольно, либо на любой другой танчик. И получаете себе следующий приказ. В этом приказе вам за 2 дня необходимо сделать ни много ни мало победить в целых 25 боях на танках с 4 по 10 уровень, и вы получаете себе соответствующий фон профиля, который вы сейчас видите на экранах. Выполняете эту задачу за отведенные 2 дня и получаете себе следующий приказ. А в следующем приказе, ребят, вы можете получить анимированный аватар с вот такой вот на огне жарящейся сосисочкой и еще 5 бустеров золота. Для этого вам необходимо получить 5 знаков классности первой степени или мастер. Да, это сложновато, и возможно, в это никто потеть не будет, но разработчики предоставили вам такую возможность, а там уже определяться вам, стоит оно того или не стоит. Но то, что стоит запотеть в этом простецком квесте и делать 8 побед в день для того, чтобы забрать себе премиумную машину, это уж однозначно. И поскольку у меня ВК-4503 на моем основном аккаунте нет, то я обязательно запотею в этом ивенте, хотя особо потеть не придется, и однозначно заберу себе данную ВК-шку. Я побежал снимать дальше специально для вас, ну а вы, друзья мои, просто запомните основное из всего, что я назвал. 8 побед в день отделяют вас от ВК-4503. Если вы не успеваете делать 8 побед в день, то, соответственно, в другой день вам необходимо будет восполнить все недозаработанное в данном ивентике. Я побежал, вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.